Здравствуйте, уважаемые слушатели, здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня будет, с моей точки зрения, очень интересная передача. Она связана с тем, что у всех, наверное, у нас есть дети, внуки, и мы все хотим, чтобы они были здоровыми. Вот сегодня Жучкова Светлана Николаевна, а Светлана Николаевна у нас врач-педиатр, врач-гастроэнтеролог, врач-диетолог, врач с огромным стажем, именно профессиональным стажем, расскажет, я думаю, что очень интересные вещи. Насколько я знаю, Светлана Николаевна даже готова поделиться десятью секретами детского питания. И я представляю Светлану Николаевну. Здоровайтесь, Светлана Николаевна, с народом. Да, добрый день, уважаемые слушатели. Я рада приветствовать вас, Дмитрий Аркадьевича. Хотела сказать немножко о себе. Я педиатр, гастроэнтеролог, нутрициолог, диетолог. Работаю в настоящее время в лечебном центре детства на Дашком переулке, дом 7. Веду прием с рождения до 18 лет. Ранее работала в детской клинике при Первом медицинском университете. Да, соответственно, у меня опыт работы с детей с различной патологией, с тологии желудочно-кишечного тракта, потому что работала в гастроэнтерологическом отделении, дальше заведовала лечебно-диагностическим отделением, да, и там наблюдали детей с рождения, да, то есть и ну, до школы, далее приходили к нам детишки школьного возраста. О чем я хочу сказать? То есть основная... Очень актуальные на сегодняшний день проблемой это проблема питания детей, как я считаю, да, то есть это очень важная тема в плане профилактики здоровья, да, здоровья сбережения нашего подрастающего поколения. Поэтому я с раннего возраста обращаю внимание на то, как чем и как мы кормим наших детей, да, то есть э, с рождения очень важно сохранять грудное вскармливание, да, потому что она имеет ну, свои особенности, да, то есть она физиологично э, обеспечивает ребенка всем самым необходимым, самым лучшим э, с, э, таким образом мы тесную связь там, матери с ребенком сохраняем, длительную, то есть повышаем его иммунитет, да, то есть когда дозревает все э, органы системы, да, то есть как бы на тех э, пищевых, да, то есть как бы благодаря пище, э, составу, да, то есть пищевой ценности нашего, э, то есть молока, поэтому э, если не получается сохранить грудное вскармливание, да, тогда мы рекомендуем, да, то есть уже заменители э, грудного молока. Светлана Николаевна, давайте, я понимаю, вы немножко переживаете. Давайте, да, давайте немножко, вот просто расслабьтесь, давайте поговорим о начале кормления. В начале кормления спокойно, о грудном вскармливании. Все мы понимаем, что это важнейшее вскармливание, которое позволяет сохранить здоровье ребенка и добиться как нормальной микрофлоры, так и нормального иммунитета да, да. и нормального перехода к обычной жизни, сохраняя, позволяя избежать огромного количества заболеваний и э, сохраняя не только жизнь, но и здоровье ребенка, потому что на грудном вскармливании дети растут лучше, здоровее, крепче и живут дольше сейчас даже говорят, потому что появились уже данные о том, что все-таки, ну то есть первые дети не а, на искусственном вскармливании уже дожили до пожилого возраста и мы видим проблемы с их. Скажите, пожалуйста, приложи приклад, э, попытка приложить ребенка к маминой груди. Как можно быстрее, это правильно? Да, это это особенно важно, да, приложить э, в первые часы после рождения груди, в первые минуты даже сразу после рождения, да, ребенок должен при, быть приложен к груди, потому что он должен получить там первую каплю молозио, да, с которым огромное количество питательных веществ, да, микроэлементы, витамины, э, опять же, иммунные клетки, которые для того, чтобы э, способствовать заселению правильной микрофлоры, да, то есть и также получается получает с первой капли молока, да да, то есть ту флору, которая находится на ореоле да, э, вокруг соска э, груди матери, да, и соответственно э, эта флора, да, будет первым толчком для, э, ну, то есть как бы основой, да, э, нормальной микрофлоры ребенка э, для того, чтобы сформировался нормальная иммунная система. Э, в противном случае, да, если ребенок и там переводится, э, ну то есть не в груди, соответственно, да, то есть он получает микрофлору там с рук акушера-гинеколога, да, то есть как бы хирурга, который если это оперативное лечение, поэтому э, эти дети больше подвержены дисбактериозам, да, каким-то функциональным нарушениям желудочно-кишечного тракта, то есть у них больше риск э, там запоры, колики, мне чаще всего и раньше начинается и, соответственно, да, то есть как бы это дети и с риском аллергии, особенно, да, сейчас вот это очень актуальная тема, да, потому что вот аллергологи, да, обращают внимание. То есть если ребенок родился, естественным путем, если он родился нормальным весом, да, у него и нет в семье аллергических заболеваний, у него риск аллергии меньше. Если он родился маловесным путем кесарево сечения да то есть по каким-то причинам был переведен там выделение э на второй этап выхаживания да то есть получал ранее антибактериальные препараты соответственно да у него э риск аллергии э вырастает в разы да, или практически это вот 8 10 детей да, уже с какой-то пищевой непереносимостью сначала в дальнейшем да они могут давать различные аллергические реакции да, на разных этапах Светлана Николаевна, то есть я правильно понимаю, что ребенок, который приложен к маминой груди, получает мамину микрофлору? Ребенок, которого к маминой груди не приложили по разным причинам, ведь бывают причины объективные, но когда нельзя прикладывать, а бывают субъективные, когда мама говорит, что «ну, кормление я знаю, мне рассказывали, что портит форму груди, и поэтому прикладывать не будем». В этом случае у ребенка микрофлора больничная правильно, да, все, все верно и, соответственно, он не получает ни антитела, да, против этой э, флоры, да, соответственно, у него возникают с раннего возраста, как я говорила, с первых дней жизни уже какие-то проблемы в кишечнике, да, которые в дальнейшем приводят, то есть, э, ну, каким-то осложнениям если у мамы какие-то... Можно вопрос я задам, я понимаю, что, может быть, вы на него не ответите, но а, все-таки. Существуют какие-то общие правила в кормлении вот ребенка грудью вот этого возраста, которые вы хотели бы рассказать мамам? Ну, то есть какие-то особенности питания мамы? Может быть да. какие-то особенности кормления ребенка по требованию, по часам, по звонку в соседней школе? Ну, то есть, что существует, какие общие, потому что смотрят много молодых мам. И какие-то общие рекомендации можно ли дать? А, да, конечно, да. очень важно соблюдение... Мы стараемся да, соблюдать режим кормления. Сейчас мы отошли от того, что как раньше было в роддоме кормление по часам, каждые три часа, да, сейчас малыш находится, как правило, в основном, преимущественно э, в палате вместе с мамой, и она может его кормить по требованию, да, это более физиологично, более правильно в период становления лактации, да, и в период адаптации малыша. Поэтому я всем говорю, молодым мамам, первый месяц, да, мы можем не соблюдать никакой режим кормления, да, мы можем Можем кормить по требованию потому что сытый малыш в которого нет проблем да то есть он кушает и спит то есть если он э, получил достаточное количество молока да он уснет он будет сам спать 25 с половиной 3 часа его не нужно будить в этот период то есть если он спит больше да и это уже не первый интервал да а в смотрим, что в течение недели, например, он не прибавляет весе или меньше прибавляет весе, чем положено, да там в среднем это 200 грамм в неделю. То есть мы говорим о том, что нужно, кормить более настойчиво, да, то есть не будете его сону прикладывать или докармливать да, сэженным молоком, да, потому что бывают ленивцы, которые вот просто спят и... Сони. Сони. Вот. Но в это время они просто не добирают питательных веществ, да, они меньше растут, соответственно, у них меньше ресурсов для дозревания там всех органов и систем, да, особенно нервная система первые три месяца активно развивается. Поэтому вот первый месяц, да, допускается далее и при этом мама должна все-таки какие-то ограничения в питания да то есть соблюдать то есть э, я не э, всегда говорю что неправильно кормить маму только гречкой и индейкой и да э, или грудкой там куриной то есть питание на должно быть разнообразным полноценным да то есть э, практически ну то что она кушала во время беременности ну за исключением вредностей да как мы говорим то есть сладкого конечно не нужно, да, шоколад э, кушать плитками. Но если очень хочется, да, то есть просто вот э, невносимо, и все вокруг кушают сладкое, да, то есть приходят в гости какие-то тортики, пирожные, да, то можно там совсем в небольшом количестве. Э, основными продуктами должны быть... Э, белки, да, то есть полноценные, это ну, какие-то диетические сорта Мясо, рыба, да, то есть разрешается там уже с 10 там, дня 14 -го. каши, крупы обязательно, не ест мама каши, да, можно в виде гарниров, салаты, овощи, да, вот все зеленые овощи, все можно кушать, то есть фрукты, э, да, то есть это источник Нецветные витаминов. цветные, зеленые ну если красное яблоко очистит кожу, да, то можно хурму, да, клубнику, конечно, не нужно кушать ягоды, да, то есть если мы начинаем, то есть лучше лесные, лучше темные, то есть черника, голубика, они не вызывают, как правило, аллергию у наших детей. Вот с молочными продуктами, да, все бабушки там рекомендуют э, чай с молоком для усиления лактации или со сгущенным молоком, что вот вообще вот до сих пор я встречаю эти ситуации, я предупреждаю, что очень осторожно да, с этими продуктами, потому что это вызывает метеоризм, газообразование. Сейчас уже многие наши взрослые мамочки, то есть если она во время беременности и до наступления беременности не кушала молочные продукты, то не нужно ее кормить да, во время начала лактации, а стимулировать лактацию другими способами. Там, компоты из сухих яблок, например, там, сухофруктов. То есть сборы травяные, то есть млекогонные чаи всевозможные, да, то есть продаются в отделах детского питания, в аптеках. Поэтому все это приносит больше пользы, да, нежели вот молоко с чаем, потому что мы получаем только может, мочегонный эффект. Поэтому если мамочка что-то скушала и увидели на щечках, да, то есть поела там, не знаю, творожок какой-то или там салатик, э, да, появились какие-то пятнышки, покраснения, либо э, стул какой-то изменил характер, э, да, это вот тревожный сигнал должен быть для мамочки, что обратить на это внимание. Не знаете, что вот все нужно исключать. у ребенка, не у мамы. У ребенка, у ребенка, конечно. Поэтому, ну, здесь с педиатром нужно 네, не зря <с> же педиатры на пер, первый месяц да, посещают малыша э, каждые семь дней, да, то есть еще медсестра приходит на патронажи. И все эти вопросы можно задавать да, то есть, как бы, м -м -м людям с образованием, которые, да, хотя мы часто знаем, что. М -м -м можем получить ответ, все нормально, все перерастет. И колики, когда они появляются, у кого их нет, терпите, да, терпите 3, 4, 5 месяцев, то есть перерастет все. Я считаю, что нужно, вот как только появилась проблема, да, есть функциональные состояния, то есть действительно колики, которые начинаются с трехнедельного возраста, да, которые не больше двух-трех часов в течение дня, да, то есть если не мешают ребенку кушать, если он при этом э, спит ночью спокойно, набирает веси, да, то есть то это физиологично, да, мы можем здесь помогать только ветрогонными средствами, да, много средств в аптеке, да, какие-то из ну, там. ну да, вот, давайте ну. давайте скажем простую вещь, если появилась колика, задайте лучший вопрос врачу. да, это верно. а, да, а да, не аптекарю, который скажет, о, есть новое совершенно средство, только что привезли из Голландии. Очень. Правильно, Андрей Аркадьевич, абсолютно согласна с вами, потому что э, сейчас, да, мамочки начинают искать в интернете все ответы на все вопросы, да, у подружек спрашивают, мамы там посоветуют, как они раньше лечили. У нас просто каждая, э, то есть в современной жизни все очень быстро, стремительно меняется, да, меняются подходы, мы находим что-то новое, э, ну, то есть как бы обоснованно, э, то есть проводятся какие-то исследования, да, то есть новые препараты появляются новые тенденции, поэтому мы должны быть в ногу со временем. И поэтому не использовать дедовские методы, извините, да, то есть как бы не в укор, то есть нам очень помогают наши родители, да, то есть как бы помощники, Я говорю всегда, не нужно отказываться от их помощи никогда, потому что хорошо, что они есть рядом, мы в это время можем отдыхать или гулять, да, доверить что-то. Ну вот медицинские вопросы, да, нужно доверить именно профессионалу, то есть для этого должен быть личный доктор, да, педиатр, курист. Который будет вести малыша и давать советы да, на всех этапах развития ребенка и роста его. То есть не прячьте ребенка от врача-педиатра. Я хочу задать вопрос в связи с тем, что вы говорили, он э, сам по себе возник: два вопроса. Первый: вы говорили о белковом питании мамы. Вот сейчас э, ну, у нас 80% населения это христиане. Христиане у христиан mm -hmm. пост. Вот насколько мама должна соблюдать пост и возможно ли все-таки ограничение поста в период кормления ребенка? А я... я понимаю, что острый вопрос, но я просто пост, с да. этой проблемой вот столкнулся. А я, насколько я знаю, что э, священники, да, служители церкви дают послабление поста, да, то есть для э, лиц, у которых есть какие-то проблемы со здоровьем, да, то есть для детей, да, то есть пост э, школьникам разрешает, и особенно дошкольного возраста не нужно соблюдать, да, строгий, потому что все понимают, что это вот, ну, как бы правильно, и тем более кормящим мамам, да, то есть в любом случае им э, нужны белковые продукты растительными полностью заменить невозможно, да, потому что не получит малыш полноценного э, набора э, аминокислот, да, которые э, нужны ему для э, развития и роста. И, э, ну, это соевые продукты, да, то есть в основном э, растительные бобовые, э, которые, к которым мы больше привыкли, то есть горох, чечевица потому что они вызывают больше. То есть соя ⁇ это очень аллергенный продукт для наших детей. Да, поэтому сми, э, смеси на основе соевого белка, э, хоть они разрешены с рождения, да, но я очень часто в своей практике вижу, и сейчас все больше и больше говорят об этом и э, наши учителя, да, то есть как бы подтверждение этому находится научное, э, то, что для России это чужеродный белок, то есть у нас генетически... Мы не выросли на нем поэтому полностью мы его заменить не можем да мы можем спровоцировать у детей аллергии бобовый в свою очередь да то есть тоже в рацион питания кормящей мамы вводится то есть если мама кормящая ребенку уже 6 месяцев плюс да то намного проще, да, соблюдать можно и пост, потому что ребенок уже получает продукты прикорма, да, то есть он уже в это время кушаем и кашу, и овощи уже, и мясо начинаем, то есть э, поэтому питание грудным молоком один-два раза в день, три, да, э, то есть как бы максимально можно сократить, поэтому э, возможно, какие-то ограничения в питании мама себе может ввести, да, и больше она может употреблять более разнообразное питание, меньший риск каких-то функциональных нарушений, например, там, метеоризма, вздутия на фоне, там, бобовых, там, высокобелковых э, маш, нут, да, там, чечевицы, которые, то есть, как правило, вводятся в рацион э, на время поста. Вот, поэтому я не склоняюсь к тому, что все-таки мы, как минимум, минимум молочный белок, да, то есть рыбу, да, все кормящие мамы должны кушать, то есть она не может ограничить мясные продукты да, и животные жиры, то есть это мы можем заменить на растительные, на какие-то орехи в небольшом количестве гипоаллергенные, просто вот э, белок, любой белок э, является аллергеном. Да, и шесть основных э, групп аллергенов, да, на первом месте вот для малышей, то есть это э, те же белки коровьего молока, да, то есть хоть они для нас э, генетические родные, да, то есть все мы знаем, что нас всех кормили в детстве манной кашей или там каким молоком с хлебом, да, все кушали и все нормально переносили, и нам говорят, и вот мы же все пили молоко, и вас кормили, а, да, но сейчас, во-первых, уже молоко, наверное, не молоко, да, найти натуральное очень <laughs> непросто, да, продукты из него найти еще сложнее, да, то есть натуральный творог, там сыр, какой, да, то есть потому что много сейчас добавок, заменителей, там жира, да, добавляется в них, которые очень аллергенными для нас являются, да, и не только аллергенными, еще и канцерогенными. Поэтому кроме аллергенности, да, несет, поэтому в больших количествах нельзя белок коровь, молока, да, то есть молочные продукты, они должны быть Одна порция в день, да, две максимум. Не нужно есть килограммами творог. Поэтому, чтобы вот весь запас да, белка, то есть который, потребность э, там 2-2,5 грамм на килограмм маме скушать, да, она э, должна поесть и. Это что-то молочные продукты, да, то есть мясные рыба, может быть, то есть яйцо 2-3 раза в неделю, да, то есть возможно употреблять. И когда в небольших количествах да, употребляются, то они не вызывают таких. Э э всплесков, да, то есть как бы аллергизации и нагрузки на иммунную систему, да, у малыша, особенно, да, то есть у тех мамочек, у которых, ну, когда-то были аллергические какие-то проявления, либо у папы даже есть аллергия, да, то есть по а ребенок генетически наследует, да, то есть получает информацию об иммун... иммунной системы, да, то есть у него иммунная система от мамы и от получил свой отца... генотип да, всегда, Получу как я жизнь. всегда говорю, малыш получает все самое лучшее, не только интеллект от папы и мамы, да, но и все его особенности. Вот. Поэтому я думаю, что в общем, основная задача, да, то есть как бы мамочки не не уходить в какие-то крайности, да, то есть всегда говорю, что мы должны готовиться морально, физически, да, то есть, потому что это большая ответственность, э, не только выносить малыша, да, то есть, но первый год очень чувствительный период, да, то есть как бы для развития, роста, то есть малыш увеличивается, растет, э, да, то есть он не только прибавляет весе там в три раза, да, то есть ну, у него все функции системы дозревают, он рождается совершенно незрелым, он ничего не умеет делать, да, а за год у нас какой прогресс, а это все благодаря тем продуктам, которые, да, мама передает ему с грудным молоком, либо если не с грудным молоком, то полноценное, да, с финансирование, питания, да, то есть и вовремя введенный правильно э, рассчитанный прикорм, да, то есть как бы индивидуально подобранный, который подходит именно конкретному тому малышу, да, то есть не так как по книжке, то есть э, сколько грамм нужно дать, да, мы смотрим, то есть э, каждый ребенок индивидуально индивидуален, да, то есть у него есть своя какая-то чувствительность пищеварительной системы, да, иммунная система, и многие малыши просто то, что для него чужеродно, скажем так, он просто отказывается, он не будет кушать, например, вот если от творога, например, отказывается малыш, я говорю не давайте, не нужно его подмешивать в каши, в какие-то фруктовые пюрешки, не надо его подслащивать, да, потому что значит он ему не подходит, нужно подождать, да, то есть оставить на какое-то время, потом вернуться через, не знаю, там две недели, там месяц, да, к этому же продукту, а в это время давать, да то, что он больше э, предпочитает. Но опять же, да, не один вид каши, должно быть 3-4 в рационе. Они должны чередоваться обязательно. Потому что если мы будем кормить одним и тем же, мы не сформируем никакие вкусовые привычки. Да, то есть, и э, после года такой малыш. Э, уже перестанет есть каши, не захочет есть супы, да, то есть э, фрукты будет есть только сладкие, например, да, особенно если он будет видеть, что э, родители, например, да, то есть тоже кушают однообразно, да, либо какой-то скудный рацион, то есть всегда обычно мама задает образец, да, то есть как бы для подражания для ребенка, э, то есть если мама кушает правильно, да, то есть в ее рационе есть различные белковые продукты, да, то есть фрукты, овощи, потому что клетчатка вот особенно важна, вот, да, мы все не доедаем просто клетчатки. И научить ребенка кушать овощи, да, то есть брокколи, тыкву, там, да, то есть какие-то зелень, очень сложно. То есть если он с рождения не видит это в семье, не видит это на столе, да, то есть ему не дают это пробовать, то сказать ему, сколько бы мне рассказывали, какой-то полезный там, продукт. Да, что морковь, там, например, там, содержит витамины А, то есть, это помогает и для зрения, и для кожи, и для э, активного роста. То есть, он просто скажет: Я не хочу, не люблю. Да, буду есть там оладушки. Творожки какие-то, да, то есть которые папа там кушает тоже на перекус, например, а это вот совсем пустые продукты, которые совершенно не заменяют полноценное питание. Поэтому, когда я вижу, что на завтрак малыши кушают творожок, да, говорю, вы посмотрите, пожалуйста, на состав его, да, на содержание белков, жиров, углеводов, сколько содержит, да. Я уже не говорю про проблемы, которые могут возникнуть, да, потому что ко мне же приходят в основном с проблемами с запорами, да, либо с маленьким весом, с недостаточным, либо наоборот, когда лишний вес, да, или ребенок начинает болеть, там, лор, например, врач отправляет ко мне исключить там рефлюкс гастроэнзофигиальный, либо какие-то высыпания, дерматолог высыпает, да, атопический дерматит, либо любой дерматит, да, это, как правило, без консультации гастроэнтеролога не обходится. Поэтому мы разбираемся, да, ищем причины, анализируем, да, то есть прошу пищевой дневник показать, да, и дальше Стараемся исправить, да, насильно никого ничем не кормим, ничего не заставляем э, кушать из правильных э, продуктов, но потихонечку да, продвигаемся к нашей цели. Спасибо большое, уважаемый Светлана Николаевна, у нас реклама, минута рекламы, и возвращаемся в студию. В России ежедневно появляются около 80 тысяч новостей. Как разобраться в этом потоке новостей? Что на самом деле смотрят люди? Где самые интересные новости от разных СМИ? Медиаметрикс – лучший и самый удобный агрегатор новостей. Кроме того, это живой рейтинг в реальном времени, в зависимости от того, какую именно новость пользователи социальных сетей сейчас смотрят и комментируют. Здесь можно посмотреть самые популярные новости за день, неделю, месяц по разным городам, странам и тематикам. Наберите в поиске «Медиаметрикс» и оставьте у себя на компьютере вкладку, чтобы она всегда была под рукой. «Медиаметрикс» — свежие котировки новостей. Всегда под рукой. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели, здравствуйте, уважаемые зрители. Хочу напомнить, что у нас сегодня Жучкова Светлана Николаевна в эфире. Светлана Николаевна, у нас врач-педиатр, врач-гастроэнтеролог, врач-диетолог. Мы сегодня говорим об особенности Детского питания. Первый час у нас был посвящен а, грудному вскармливанию и первому году жизни. Я так понимаю, что самое главное это в первом году жизни питание мамы и правильно, правильно. введенный докорм и прикорм. Но возникает вопрос, все-таки если какие-то есть у ребенка срыгивания, колики, а, иные проблемы, в каком случае а, мама должна обеспокоиться? Сразу при впервые возникшей кратковременно продолжающейся проблеме или все-таки есть какие-то условия, при которых мама обязательно должна обратиться к педиатру. То есть один раз ребенок срыгнул, вот, и мама сразу У -у -у. подбегает к телефону, все, ну. ребенок умирает, срочно, доктор, давайте. Или нет, есть какие-то вот правила, которые должны насторожить маму. Точнее, продолжительность и особенность проблемы, которые должна насторожить мама. Да, конечно, просто э, нельзя, нельзя паниковать, да, то есть рыгивание есть у всех детей, они есть физиологичные, то есть с рождения ребенок имеет право срыгивать небольшое количество да, после каждого кормления, особенно когда на груди. Мы не знаем, сколько он скушал. Да, то есть, может быть, он переел, может быть, что-то э, животик у него вздутый. Да, поэтому причин для срыгивания бывает несколько. Поэтому если срыгивать небольшим количеством, как я говорю, 1-2 чайные ложки объема, да, то есть и, а при этом покушал э, и спит спокойно, да, выдерживает свой интервал, не плачет, не животик видим ножки не поджимает, да, то есть, то это нормально, да, мы никуда не бежим, никого не вызываем, да, ничего не делаем. То есть, если ребенок э, начинает сырыгивать больше объем, либо, например, да, то есть вот прямо э, половина порцию срыгнул, либо больше, чем э, казалось бы, сколько съел, да, то есть большим объемом. Ну, можно вопрос? Фонтан. Это если мы ребенка после кормления все-таки правильно немножко подержали, да? Да. То есть, да. если после кормления сразу бросили на кроватку и он срыгнул, это... Ожидаемый процесс. Я Ожи... вот здесь аккуратно хочу подвести к вопросу, Ожи... что после кормления какое-то время да, нужно поддержать столбиков. И если некоторых, то есть чтобы воздух срыгнул, потому что все зависит от того, как во сколько у воздуха он может заглатывать во время он кормления. Он заглатывает всегда да, при всегда. кормлении. Да, это количество просто у всех разное, поэтому. Мы, конечно, столбиком держим обязательно. Всех это прямо сразу обучают еще в школе беременных, да, то есть как бы в роддоме еще раз объясняют педиатр, когда приходит, да, на петровый патронаж, да, то есть мамочки все объясняет. Поэтому э, если столбиком держим, все как обычно, да, то есть раньше не стригивала, а теперь начал стригивать, да, небольш, небольшим э, объемом. То есть, скорее всего, какие-то проблемы с э, со стулом да, может, могут возникнуть, то есть у ребенка либо нарушена э э дефекация, да, то есть запор, например, да, либо метеоризм усиленный, да, вздутый живот, то есть повышается внутрибрюшное давление, соответственно, да, то есть э э очень слабые малышей, да, то есть как бы мышцы-то еще не сформировались, да, поэтому э э воздух, который находится в кишечнике, да, он может выдавить да, содержимое желудка. Вот. Есть также патологичные состояния, Состояния, да, которые тоже нельзя пропустить. То есть, например, если э, в трехнедельном возрасте, да, то есть начинается рвона фонтаном, вот тогда мы должны срочно обратиться к врачу. Да, потому что это может быть либо пилорастопаз, либо пилоростеноз. Да, то есть малыш маленький, пока он пришел домой из роддома, он кушает 10, 20, 30 миллилитров, да, разовый прием пищи у него желудок, потом постепенно растет до 100 миллилитров. Да, и как когда вот он уже съедает такой объем, соответственно, удержать его сложнее, да, его еще опорожнить нужно. И если там есть проблема какая-то для оттока, да, то есть, как бы есть преграда какая-то, возникают эти срыкивания. Поэтому в таких случаях да, нужно обратиться обязательно к специалисту. Колики, как я уже говорила ранее, физиологические колики начинаются с момента. То есть считается в среднем с трехнедельного возраста. Причины, как правило, заселение, опять же, микрофлоры, да, то есть нарушения какие-то происходят, биоциноза да, в кишечнике, потому что кишечник стерильный при рождении, да, и от того, какая флора заселилась, сколько там лактобифидобактерий, бифидобактерий, да, то есть выросла, как говорю, да, зависит как они будут конкурировать с условно-патогенными, да, которые очень любят сладкую среду, молочную, да, соответственно там и стафилокок, которые раньше всегда лечили, высевали его и начинали лекарства всякие давать, да, потому что вот э, обвиняли роддом э, в том, что стафилокок там принесли из роддома, а на самом деле э, каждый э, из окружения ближайшего, да, то есть как бы может быть носителем стафилококка э, стрепток кока, чего угодно. То и есть даже носоглотки. Мама. И мамы, и бабушки, и папы, да. Поэтому я всем говорю, малыш, когда родился, да, то есть как бы вы осторожно нужно, нужно быть, обращать внимание там на любой дискомфорт, да, то есть носоглотки. Почаще промывайте свои слизистые, полоскайте рот перед приближением к ребенку, да, мойте тщательные руки. Потому что иммунная система незрелая. Все, что у вас на слизистой, все попадает в кишечник. И поэтому начинаются вот эти проблемы, колики. Также неравномерное созревание нервной системы да, тоже может приводить к коликам. То есть возникают участки кишечника, то есть чередуются спазмы с участками вздутия. Да? А это очень болезненно, потому что там находится много рецепторных э, рецепторов да, в стенке кишечника. Это очень больно. Даже дети, говорю, вот школьного возраста скорую вызывают, да, то есть, когда колики происходит, живот болит, да, то есть нельзя понять, там хирургия или не хирургия. Сознание да. теряет. Вот, поэтому, конечно, грудной ребенок. Вот он поэтому и кричит, и плачет. То есть он по-другому не может никак э показать свою проблему. Вот. А мамочка начинает в это время кормить, его бесконечно кормить, да, увеличиваем пищевую нагрузку, э -э -да, либо перекармливать. И проблема это только усугубляется. Поэтому мы должны четко понять, да, то есть ребенок голодный, не голодный, да, то есть это колики физиологические, либо есть проблема какая-то, если в это время, то есть у ребенка есть колики, еще как, э в стуле появились какие-то примеси, там, например, слизь, зелени, какие-то вкрапления темные или какого-то вот цвета, который нам не нравится, срочно нужно обратиться к врачу. Это да, признак, что, опять же, либо это сигнал, вот первые признаки тоже, да. она начинается всегда у малышей, начинается с кишечника. Да, мы еще не видим на коже ничего, а мы видим в памперсе, есть какие-то изменения. И если мы это пропустим, то следующим этапом, после двух месяцев, мы увидим красные щечки, там шелушение какое-то, сиборейные корочки обильные, да, то есть там потом уже появляются другие более яркие изменения. Поэтому вот есть вещи, да, которые, возвращаюсь да, к вопросу, к вашему, Дмитрий Аркадьевич, по поводу того, что, что является физиологией, а что является патологией. Да? То есть грань очень небольшая у, у, малышей грудного возраста. Поэтому если мы видим, да, что что-то сильнее начал срыгивать, да, то есть либо колики раньше из помезан, да, то есть как бы, извините, да, то есть название, ну пеногасители. А, сейчас не помогает, да, и больше беспокойный стал. То значит надо помогать ребенку, либо пересмотреть мамино питание, да, рацион, что-то, что, -то, что -то мы не так кушаем, либо помочь, дать ему какие-то препараты, да, например, там пробиотики, да, есть с рождения для грудничков, да, они тоже помогают вот флору поддерживать правильно, э, восстанавливать, да, то есть как бы количество лактобифидобактерий, и э, поэтому этот вопрос, да, то есть мы опять же должны не в аптеку пойти когда нам дадут самый дорогой или самый популярный препарат, или то, что мы видели там в журнале, да, либо в рекламе, обсудить с педиатром, потому что все зависит от того, ребенок даст, то частый, редкий, да, то есть как бы он водянистый, либо плотный уже, да, то есть какой-то замазкообразный. От этого зависит даже вид препарата, да, то есть как бы что мы даем, либо рекомендации по питанию мамы. Да, то есть этим просто диетой да, и элементарными какими-то э, простыми рекомендациями да, по жидкости, да, чай добавим какое-то витрагонное средство. То есть мы решим вот эту проблему. Поэтому, Но если мы увидели в стуле кровь, если мы увидели большое количество слизи, да, то э, мы обязательно срочно должны вызвать педиатра, либо даже скорую помощь. Да, у меня были ситуации, когда мамочка присылает мне памперс с кровью, да, и говорю, срочно в стационар, да, то есть вот разбираться, ждать педиатра, да, дистанционно сдавать какие-то анализы, времени нет. Да, вот это неотложное состояние, которое нужно решить, откуда кровотечения, да, и что послужило причиной? Вот остановить его прежде всего. Поэтому с, по поводу запоров это очень актуальная тема, серьезная, да, и сейчас есть мнение, что, например, дети на грудном вскармливании могут ходить, то есть опорожнение кишечника может происходить один раз в неделю или один раз в пять дней. Я считаю, что это неправильно. Вот просто на своем опыте, да, то есть немало с малышами, да, то есть на личном опыте, потому что вот с этого началась вся моя трудовая деятельность сразу после окончания института, когда я со своими малышами разбиралась, да, и задавала вопросы, почему у них все не как по книжке, да, то есть как бы возникают какие-то проблемы. Я сейчас пришла к выводу, что стол должен быть каждый день, либо через день, да, то есть как бы учитывая физиологическое упражнение кишечника да то есть может быть вялый кишечник но всегда есть причина этих запоров просто так ничего не происходит и если мы сразу эту проблему не решим да то это дети которые э, всегда будут возникают дальнейшие проблемы функциональным с пищеварением да, то есть либо запоры, Э, да, тенденция такая сохраняется всю жизнь, да, и он как в грудном возрасте на прикорме, то есть когда начинают вводить там кефирчики, например, молоко цельное, то есть тум нормализовывается, но я говорю, что это побочный эффект от этих продуктов, да, то есть как бы это неправильно, то есть проблема не решилась. Если мы э, отправим на исследование, да, то есть делаем, например, ультразвуковое исследование кишечника, или делаем анализ там просто обычный, простой, Программу, то мы увидим там изменения, которые уже требуют внимания и требуют коррекции. Вот, поэтому э, всегда задавайте вопрос педиатру. Да, что можно сделать, чтобы нормализовать стол? Каким образом можно получить? И знаете, что мама должна есть свеклу и чернослив. Да? Она должна есть разные овощи в небольшом количестве. Да? Должна есть супы, салаты, растительное масло обязательно в своем рационе. А если ты малыш э, уже получающий прикорм, да, который сам уже кушает овощи, то ему тоже обязательно нужно добавлять растительное масло, которое не только смягчает да, химус, но еще э, как источник жирных кислот, да, то есть как бы э, витаминов, микроэлементов и так далее. Но я бы здесь все-таки просил, чтобы мама посоветовались с педиатром, да. потому что мама, которая вдруг решила добавить растительное масло и пытается ребенку, допустим, столовую ложку засунуть и не, говорит, не, нет. давай, слышал на медиаметриксе, нужно. Вот здесь, наверное, с педиатром, и вы абсолютно правы, считается вообще, ну, во всяком случае, читая классику, я могу сказать, что даже два дня уже вызывали вопросы, нет ли от не кишечника. То есть у ребенка. Да, это уже нарушение моторики разные причины да то есть как бы может быть неврология да то есть мы можем отправить то есть осмотрев ребенка педиатр да может сказать то есть там, дать рекомендации например по питанию да и плюс если увидеть еще какие-то там проявления да, тревожный сигнал там гипервозбудимость ребенка да, плохой сон то есть мы можем э, отправить к неврологу дать ему препараты магния например да то есть совсем небольшой микродозе. Либо маме рекомендовать, да, то есть как бы витамины и с тем же магнием, да, то есть принимать, потому что у всех взрослых, не только у кормящих мам, да, и мы знаем, что дефицит магния, он всем нужен, потому что мы мало употребляем пищу, продукты, Ну и витамины дефицита возникают у мамы активно. Да, конечно. Вот, поэтому вот с такими способами, да, мы можем регулировать, то есть и, и помогать, то есть не прибегая к слабительным препаратам, да. К препаратам, которые моторику регулируют, то есть всегда мы должны поискать причину, да, то есть попробовать это проанализировать, да, то есть как бы их вместе с педиатром, потому что правильно собрана анамнез, то есть много вопросов нужно да, задать мамочке, то есть посмотреть ребенка, какие у него есть еще проявления, там, да, что не только не лечим один запор. Да, мы лечим ребенка. Ребенок у нас организм единое целое. И поэтому все взаимосвязано в организме. То есть я правильно понимаю, мама... Это короткий, если можно, ответ. Мама должна, если возникает проблема, вести еще и какой-то пищевой дневник ребенка. Да. Если возникает проблема, то проанализировать хотя бы, да, с чем связано, да. То есть когда ухудшение происходит, например, да, то есть и она легко вспомнить, что было сегодня, вчера, да, то есть накануне, два дня назад. Вот это записать. То есть если у нас это повторяется, да, и мы видим связь, да, то есть как бы причина следственную что именно вот похожая причина, ну, соответственно, да, то есть ее нужно будет убирать и оно является, то есть и сообщить ее обязательно, да, то есть педиатру и обсудить. Бывают продукты какие-то провоцируют те же молочные продукты, либо жирная пища, например, большое количество белковой пищи, да, то есть без клетчатки. Соответственно, у мамы проблема, у ребенка будет проблема. Светлана Николаевна, то есть я правильно понимаю, это при необходимости, это лайфхак от вас. От вас такой, что желательно вести пищевой дневник. Если возникнут проблемы, вы очень быстро установите причину. Не запоминая, не вспоминая, что вы ели, что ребенку давали и так далее. Конечно, да, то есть, как бы mm -hmm. это вот очень важно. У меня мамочки многие приходят и говорят: вот мы перечислили все, что ест мой малыш. Я говорю, так, стоп, да. Вот важно еще, сколько он этого ест, да, как часто, что на завтрак, на обед, на ужин, да, то есть, вот э, в каком виде кушает он эти продукты. Потому что набор может быть правильный, то есть он ест там все ягоды овощи, фрукты, но он ест совсем мизерное количество. Либо ест, например, там вместо на завтрак, то есть сочетание, опять же, клетчатки большого количества, который может неплохо перевариваться. Ребенок маленький плохо пережевывает пищу, да, то есть, потому что мы в два года, говорю, ребенок готов к переж... тщательному пережевыванию пищи, когда у него все зубы уже появляются, да, то есть он э, должен смочить э, пищевой комок слюной, соответственно, в котором ферменты содержатся, которые переваривают углеводы, да, и меньше будет метеоризм в кишечнике, и меньше проблем нарушений моторики в том числе. Уважаемый Сталин но вы не видите часы, а мне уже и режиссер, и часы показывают, что академический час у нас истекает, он быстро пролетел, ваши, быстро. ваши полминуты для того, чтобы обратиться к вашим зрителям, слушателям, вашим пациентам, которые вас сейчас смотрят, которые посмотрят вам в будущем, потому что это будет размещено на медицинских каналах, пожалуйста, ваши полминуты. Дорогие родители, бабушки, да, те, кто, все, кто занимается воспитателем детей, может быть, коллеги меня слушают, да, я хочу призвать к тому, чтобы мы обратили внимание, да, на наше подрастающее поколение. То есть и очень важно соблюдать правильное питание. И вот 10 принципов основных, которые, да, о которых сказал Дмитрий Аркадьевич, да, то есть это питание должно быть разнообразным полноценным оно должно быть дробным с ограничением углеводов Светлана жир... Николаевна, обратитесь вы не успеете обратиться. да то есть соль нельзя кушать поэтому я призываю то есть не Занимайтесь самолечением, э, ищите да, своего доктора, то есть который вам будет давать правильные советы, который поможет решить ваши проблемы с коликами, с запорами, с недобором веса, с э, часто болеющим. Да, особенно нужно обратиться к гастроэнтерологу, да, и обратить внимание на его питание. Да, что кушает ребенок и сколько и как. Э, и сами давайте пример обязательно. Хочу напомнить, что в нашей студии была Светлана Николаевна Жучков. Светлана Николаевна у нас врач-педиатр, врач-гастроэнтеролог, врач-диетолог, и мы говорили о детском питании.